Всем привет, меня зовут Яна. Сегодня все три клиента пришли от других мастеров, поэтому ручки до – это не моя работа. Итак, вот вы видите, перед подготовкой, то есть я сняла верхнее покрытие. Это гель-лак Fiora. И сегодня один дизайн на всех трех клиентах. Он одинаковый, но в разных вариациях, так сказать. Дизайн простой, справится новичок. Но несмотря на это, он довольно-таки милый и клиентам нравится. И, кстати, благодаря вот этим геометрическим вставкам он смотрится стильно. Кстати, к этому меня сподвигла одна из критиканток на моем канале. Она написала под видео, что это все колхоз, поэтому я решила сделать что-то более стильное. И вот еще одни ручки. Мастер-класс не снимала, то же самое, только в другом цвете. И еще одни. Здесь уже немножко по-другому, поэтому я решила все-таки записать мастер-класс. Начинается все, в принципе, также одинаково. Эти стилизованные прямоугольнички. Отпечатываю фольгу на клей для фольги. И дальше пока все одинаково. Полосочки, лепесточки. И вот теперь я все перекрыла матовым топом новым своим, который сейчас тестирую. Мне он нравится, ссылку оставлю. А блестяшки обвела топом без липкого слоя и дальше добавила полосочек на остальные пальчики. И вот вы видите результат. Пишите, какой вариант вам больше понравился. А я на этом с вами прощаюсь. Всем пока!